Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанных за отчетный период работы. С 1 по 7 августа в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило более 2000 обращений. По ним возбуждено 32 уголовных дела. 10 человек стали жертвами дистанционных мошенников. Еще раз я обращаюсь к нашим жителям, особенно молодым людям, бабушкам, которые что-то еще не понимают. Если вам позвонили и представились какими-то силовиками, то будьте любезны сразу прийти в дежурную часть и сказать, что вам звонили. 72 выезда по сигналу тревоги совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В 6 случаях пришлось бороться с огнем. В результате происшествий никто не пострадал. Пожары причинили вред только имуществу граждан. 4 августа в 15 часов 30 минут сгорание автомобиля по всей площади около 7 квадратных метров. И частично обгорел соседний автомобиль Ford Transit, 2 квадратных метра, боковая дверь, по адресу Люберцы, воинов-интернационалистов, у дома 21. Система ЖКХ городского округа Люберцы функционировала в штатном режиме. Управляющие ресурсоснабжающие организации активно готовятся к отопительному сезону. На сегодняшний день эта работа завершена на 70%. К 1 сентября все дома городского округа будут готовы к предстоящим холодам. Из 2173 МКД 1678 паспортов подгружено в систему ГИС ЖКХ. Из 81 котельной 61 котельная готова. Из 28 ВЗУ 18 ВЗУ готовы. Из 45 КНС 28 КНС готовы. Из 64 ВНС 41 ВНС готова. Создано 361 тонна топлива. 249 сетей теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону. 253 километра сетей водоотведения подготовлены. И также 275 километров сетей водоснабжения также подготовлены к отопительному сезону. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. В конце встречи участники совещания ознакомились с жалобами и предложениями, которые поступают от жителей городского округа. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.